Детский сад «Почемучка» с 1 июля закрылся на капитальный ремонт. Как сообщил городской голова Игорь Плехов, на продолжение его утепления из областного бюджета выделен 1 миллион 400 тысяч гривен. Работы очень много, но делают очень быстро. Наш детский сад за последние 2-3 года, можно сказать, потихонечку оживает. Появились окна, перекрыта крыша. И вот в этом году продолжается работа по утеплению двух фасадов. И будет, мне кажется, и до конца года еще два фасада закончено. После утепления в прошлом году первых корпусов температура в группах повысилась на 4-5 градусов по сравнению с остальными. Поэтому реализация программы энергосбережения продолжается. Аналогичные работы ведутся и в детском садике «Ягодка». В детском саду идет утепление зданий детского сада. Вот тот объем работ, который надо сделать, уже заканчивается. На утепление «Ягодки» средства выделены также из областного бюджета. Это без малого 1,5 миллиона гривен. Сказать большое спасибо всей команде городского совета, всей команде областного совета, которые вместе дружно вкладывают финансы в развитие